свадьба, свадьба, как невеста хороша. Свадьба, свадьба, за невестою следят. И за кошек грустные глаза ребят. Горько, горько пацанам и отчаянно пьют шампанское вино до утра. Горько, горько пацанам, что красавица за другого отдана паренька. Конечно. Какой? Конечно, у нас только свой Маринский. А финансовые пропуски? Финансовые обязательно. Сколько? Сколько? А сколько? Ну, мы особо охраняемый объект вообще. Ну, а сколько? Ну, а на сколько ценим-то? На сколько? Вы сначала говорите. Ребят, коробочка большая. Поэтому вот чтобы набита сегодня была прям вот полностью. Ну так покажите, я не вижу пока, что у вас немало денег. Покажите, что вам нужно сначала. Это вам-то нужно, ребят! Это вам-то нужно! Денежка есть? О, отлично. Так, видим финансовые резервы. Давай, давай. Так, давайте. Так, что, ребят, тут, вход? В общем, смотрите. У нас такая история, да, особо охраняемый объект, он сильно охраняется. Поэтому придется прям брать. Собаки там есть, нет? Собаки там тигр гуляет в подъезде. Мы специально заказали ночью. Вот. Амурский? Голодный. Ну все, как мы любим. Да, да. Вот, поэтому как бы осторожно. Поэтому, чтобы тигр покушал, сейчас надо это профинансировать. Девочки быстро сходят за мясом, там все устроит. Вот, поэтому... У нас с собой мясо. На мясо. На мясо. Я об этом хате не скажу. Как бы вот. Ребят, ну это как бы... Вот смотрите, сколько девочек. Нас очень много. Ты посчитай, там четные. Сейчас Кате позвоните, пожалуйста. Скажите, знаете сколько? Сколько? Сколько 400 там? Рублей. Не, мало. Смотри, сколько у нас здесь. 1050. Мало. Ребят, ну... А все, что надо дальше? Куда? Ребята, другого цвета. Что-то цвет какой-то ненастоящий, мне кажется. Они настоящие? Они голубые? А есть что-нибудь ближе к фиолетовому? Фиолетово. Ребят, вот как бы смотрите. Здесь проезжали, мы не пустили. Вот проезжали, накидали, тут мы не пускали. Вот, ну, в сравнении. Мне кажется, одно и то же, да? Парнули не хватает. Одинаково, одинаково. Девочки, пустим к первому. У нас банкноты Банка России. Ну ладно, давайте к первому хотя бы. Первый шажочек. Первый шажочек. Зажигалками, огнями, зубами. Я не курю. Все, вот так. Ребят, ну вот, балаган какой-то там вот, да? Тише. Значит, смотрите, ребят, чтобы войти в банк, да, вот, ну, кому мне, как не тебе рассказывать, да, надо всегда отпечаток руки. Но так как ты сегодня вроде как собираешься соединить сердце, да, вот прям две половиночки, у вас он практически одинаковый же отпечаток этот. Поэтому вот сейчас тебе надо идентифицировать, чтобы открылся подъезд. Да, надо узнать, какой... Ну, соответственно... Так, штраф. Штраф. Первый прав. Как штраф. Нет, штраф. Какой штраф? Кто у нас отвечает? Штраф. Штраф. Какой штраф у нас? Нет, да. Надо что-нибудь повыше, это же не прокатит. Это уже не ну, вот так вот, нет? Отказано. Не. Катюхин надо узнать, Вадим. Да. Катюхин надо узнать. Катюхин, где Катюхин, смотри. Вот давайте, 500. А там решим, пройдем, не пройдем. Я думаю, вот это. Давай, так, Серега, какой говори? Давай. Вот так вот, штраф. Так, смотри, внимательно, присмотри эту руку, держишь. Какая, да? Зеленая. Нет. Как нет? Ты сейчас банкротом станешь. Денис, давай, повесь себе стол. Давай, заходим. Давай, заходим. Давай, дверь
открыли. Вот это значит. Ребята, пахнет жареным вообще. Оранжевый, все, оранжевый. Оранжевый. Сами не знают, сами не знают. Это откаты левые, вначале бабло. Так, знаете. Вот, все, забрали. Все, забрали уже. Ладно, пройдено, оранжевый. Тут еще все-таки особо охраняем объект, да, он все так же продолжает охраняться, поэтому у нас есть такая штука. Подержи пока. Проверь там информацию вообще, все. Значит, чтобы попасть, этаж какой, помнишь хоть? 13. Дернулся глаз. Вот, ребят, чтобы пройти, надо тоже внести плату. Но она будет очень-очень сладкой, да? Удивили, но не горькой. Решили не поить, Вот, и, собственно, у нас здесь есть золотые монеты. Да, но здесь много золотых монет, но только одна та, которая подходит, чтобы приложить ее и пройти наверх. Вот, к тому самому золотому ларцу. Поэтому задача эту монету найти, но ты это будешь делать, так как здесь все-таки темно, вот, считай, что закрытыми глазами. То есть твоя интуиция, она должна сейчас тебе настолько дышать. Катю побрили, И, соответственно, с закрытыми глазами ты будешь вытаскивать, и вот насколько твой фартинг, интуиция тебе подскажет. Если вдруг неправильно, ну, штраф, почему? Штраф, и причем штраф сладкий, прям, мне кажется, до диатеза. Вот, поэтому бросай свою руку, тяни первую монету. Давайте. Ну, давай начнем. Давай, фартовый. Нащупай. Она чем-то отличается, должна... Нет, ты прям вот вытяни, прям первый. Так, первый. Штраф, ребят. Ну, а как штраф? Они все, они даже попробуют. Едите, во-первых, вы ее съедаете. Кто из вас это делает? Вы сегодня доцент, да? Не-не-не-не, из вас, не пройдено. И плюс штраф, ребят. Давайте, вот. Давай, кормим, сидите. Первый, давай, первая твоя. Давай, чтобы прям сладко было. Валахуэ. И штраф, ребят. О, разочки, да? Как не болтос давай. Отказываю. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Нормально? Так, давайте, ребят, попытка номер два. Попытка? Нет. Там с перчиком можно. Там, блин, я до вечера буду искать монетку давай. Монеты все одинаковые. Оп, ребят, открывай, что смотри. Найдет. Да что тут найдет? Отказываю. Ребят, штраф. Кушаем и штраф. Сладкие штрафы. А можно мне тоже штраф? Иди сюда. Давай, давай. Выси меня, пожалуйста, штраф. Отдайте бухгалтерию, пожалуйста. Мало. Давай, соберись сейчас. Мало. Соберись прям вот всю энергию в руку. Бери всем. Да, последний. Так, а то будет сейчас вообще большой штраф. Одну. Опачки, открываем, смотрим, может повезет. Да, мне кажется, на последний просто будет и все. Ну, там... Нет, вижу. Опа, мимо. Ребята, о, молодец, моя жертва есть. Штраф есть. Да, и штраф. Давайте. Бухгалтерия, трепещет. Проверьте, стоит трепещет. Бухгалтерия, трепещет. Да, давай. Отлично. Прилипает. Да? Да. Че, Вадик, не кушал с утра? Я не знаю. Как сломать? Сломать прям там. Если сломать, то ваша шоколад. Смотри, ё-моё. Все одинаковые. Горочка цепляет сразу. Ты можешь сразу кушать. А может я в страночек залезу? Да, у меня. Не-не-не, только жених. Нет варианта, да? Ребят, опять штраф. Не-не-не-не-не-не-не. Она отравлена. Нет, надо съесть. Через 2 часа действия начнешь. После заса. Давай я пожалуй. Давай я попробую. Принесите что-нибудь запить. Да, есть водочка. Нет, она сладкая. Давай, Денис. Сладкая жизнь. Ну, ребят, соберитесь. Давай, ты точно? Может, ему доверишь одну? Давай, следующий. Давай, одну. Она скидка должна быть. Давай. Она скидка должна быть. Давай, Денис. Тащи. Красавец. Давай. Стоп. Все.
Вы достали две, поэтому штраф. Поэтому штраф. Достал одну, но достал свидетель. Ты достал две. Нет, он достал одну. Одну. Плюшка. Она была плющей. Одну съесть, а вторую штраф. Она сама предложила. Почему штраф-то? Вот она съешь, она говорит. Ну штраф-то. Ну что, ребят, пускай мы не хотим свидетеля. Мало. Ну поймали же. Ну поймали же. А, предал? Не могу увеличить. Давай. Ремикс. Штраф. Все. Штраф. А это не про меня сказал, что? Я слышала из твоего рта. Упала. Нет, нормально. Нет, стоп. Стоп. Первый вариант был не прожить. Нет, даже он же не сказал. Штраф. Ты часть его. Нормально, когда я нашел конфетку, значит, я не был частью его, да? Штраф. А сейчас, когда я конфетку не нашел, то штраф. Я просто... Да. А просто что это? Говорю, ремикс. Вам невеста, нужна отделению штраф, понимаешь? Я просто что это ремикс, и все, я просто... Шелкова не хочет свадьбы сегодня, нет? С ним хорошо дружишь, да? Так, давайте. Нормально. Что там? Штраф. Что, какой штраф-то? Почему штраф-то? Девчонки, пойдем, это... Пойдемте, девчонки, что делать? Пойдемте, девчонки. Что говорит 7? Правильный ответ. Ребят, 7, вы знаете, всегда надо покрутить, это такая четкая штука, да? Вот, и, соответственно, здесь целый набор цифр. Где? Штраф? Где надо цифры? А вы сейчас их будете озвучивать. Штраф. Успокойся. Я понимаю, что свидетель очень нервничает. Конечно же, но... Получается, ладно, это а кто виноват? Кто говорил, что будет легко? Жених. Да. Жених сейчас у него просто мандраж, он вспоминает все, что было. Значит, ребят, чтобы вот пройти дальше, да, надо ввести правильный пароль от сейфа, который состоит из цифр. Соответственно, цифр? А вот здесь есть подсказочки, да, соответственно, будет 5 вопросов, и они состоят из цифр. Значит, твоя задача правильно ответить. Вы можете совещаться, да, то есть но должно быть все четко. Вы подсказываете? Может, нет. Никто не может подсказывать, только участвует двое. Значит, итак, ребят, первый вопрос, 4 цифры. Дата, когда вы начали с Катей встречаться? Опа. Почти. 16.01. Вообще, я считаю, что надо поаплодировать. Первый вопрос. Погнали. Второй вопрос. Подмога. Наконец-то, парни, где же вы поехали? Второй вопрос. Размер ноги Кати. 38. 46. Да, я считаю, надо поаплодировать. Вообще, это правильный ответ! Стоп, но это еще не все. Стоп. Ребят, следующее. День рождения папы Кати. Подстава. А сколько там цифр-то? Даты и месяц. 20 век. 30.08. Ответ на обратные деньги, нет? Не возвращаются? Нету такой функции. Возврат. Надо было подписывать сразу бумагу, потому что базар, что ли? Стоп, сейчас будет просто фееричный вопрос. Давайте. Да. Размер кольца Кати безымянного пальца. Пока не надо покупать. Три. Это покупали. 16.5, да, там 4 цифры. Ребят, как бы все радуются, но последний вопрос будет просто вот... Мистический, да. Угадаем. Тишина. Какое сегодня число? Что? Ребят, число, которое везде преследует Катю. Я знаю. Говори. Напиши ему сами. 19. 4 цифры. Попахивать штрафом. 4 цифры. Причем не пахнет. Почему штрафом? 19.45 давайте попробуем. Красавчик! Это самое легкое вообще было. Слушайте, вы сколько уже конфет съели, уже и помучились, денег отдали, поэтому я считаю, можно пускать.
Ура! Что, дорогие мои деточки, Катя и Вадим, благословляю вас на долгую, счастливую семейную жизнь. В этот день вы судьбу связали ни на день, ни на миг, навсегда. Пусть же ангелы вас охраняют, и Всевышнего помощь рука. Ой, прошу Божьей Матери и всех святых, чтобы они вас охраняли всю вашу жизнь, чтобы у вас все было хорошо. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 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 С Богом! Путь вам! Run side to side.
брака двух близких и дорогих вам людей. Уважаемые Вадим Александрович и Екатерина Сергеевна, для вас наступил самый яркий и романтичный праздник в предстоящей семейной жизни. Казалось, вами сказаны все самые главные слова. Но сегодня особенный день. И прежде чем объявить о создании вашей семьи, я обязана вас спросить. Является ли ваше желание стать супругами взаимным, добровольным, мужским решением? Прошу ответить вас, Вадим Александрович. Да. Ваш ответ, Екатерина Сергеевна. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право в соответствии с семейным кодексом Российской Федерации зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении. Прошу вас. Thank you.
все, я женат. Ты женат, Вась, да? Все круто. Give me your soul, your innocent love. You are the one I've been waiting for. I've been waiting for. We're lost in a kiss. Forever young, just forever, just forever. In love, when you came into my life, you take my breath away. And the world stopped turning around. Нам очень повезло с погодой именно в этот день, 16 июля 2016 года. Поздравляем с таким очень теплым, важным днем для вас обоих. И вот действительно пронесите всю теплоту, любовь, счастье, которое вы испытали сегодня, когда вы говорили «да», вот всю жизнь. И пусть каждый день, просыпаясь, вы несете это в себе, просто обнимаете, любите любимого человека и просто будьте счастливы, черт возьми, от премьеры, от большого сердца. Премьера от большого сердца. Уже продолжу много, уже как-нибудь. Много уже было сказано. Нет, Катюх, Вадим, просто очаровательная пара. Блин, долгий лет. Что можно еще пожелать? Страсти. Страсти любви. Всего долгого, чтобы действительно было прям побольше детишек. Да, детишек. Давайте две девочки и один мальчик. Вот будет вообще прям классно. Две девочки, два мальчика. Два мальчика, да, прям вообще, прям чтобы смотрелись. Вот, ну и желаю вам всего-всего-всего-всего самого искреннего. Ребят, самое главное в жизни – это семья. Семья – это все, с чего начинается жизнь. Вот, ладно. Желаю вам счастья, много детей. Крепкой, большой семьи, чтобы она никуда не разлеталась, не разбегалась. Чтобы вот просто было вот такое вот большое-большое гнездо. Да. Вейте его и не останавливайтесь. Удачи. Успехи. На самом деле, желаем вам счастья, любви, чтобы вы доверяли друг другу, чтобы вы были всегда вместе, чтобы ваша любовь была неограничена и всегда она была именно взаимна. Катюш, умей быть женственной. Всегда. Вот. Я понимаю, что это на самом деле сложно, но ты сильная личность, ты вообще самая неординарная личность, которую я знаю. Но я знаю, что ты можешь быть такой.
И, Вадим, ты вообще к тебе нет претензий. Просто люби ее. Красавчик. Люби и балуй. Все. Ребята сейчас скажут дальнейшие пожелания. Мы поздравляем вас. Желаем вам всего-всего-всего. Всего-всего, чтобы еще и всего-все было. Чтобы всегда были вместе. Короче, детей мы от вас хотим побольше. И чтобы это был не первый и не последний праздник, да, который мы празднуем вместе. И постоянно общались, дружили, так же дальше уважали друг друга. И постоянно были какие-то такие мероприятия, в которых мы ценили друг друга и раскрывались. Спасибо большое. Любим вас. Катюша и Вадим. Хотим вас поздравить с таким днем, который запомнится, естественно, на всю вашу жизнь. И самое важное, самое главное, чего хотим вам пожелать, это любви огромной, которая просто будет подпитывать ваши сердца, ваши глаза, уши, как говорится, да, и самое важное, каждый день, каждое утро не забывайте, что вы самые-самые близкие люди, и деток вам, много-много-много деток, чтобы они просто будили вас по утрам и радовали вашу жизнь, вас. Счастья вам огромного и, главное, любви. Дорогие наши Вадим и Катюша, поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю, чтобы он вам запомнился на всю жизнь, чтобы это был последний раз. Вот, любите друг друга, понимайте друг друга. Желаю вам пополнения. Вы же это очень хотите и ждете. Вот. Здоровья вам, любви, взаимопонимания. Вот, мы вас любим. А я присоединяюсь к поздравлениям. Итак, Вадик, желаем Катя, желаем вам счастья, любви, чтобы взаимопонимания, не кончалось, терпения. Вадик, поменьше пей пиво. Вадик, мужик, давай. Ты же мужик, ты знаешь. Вадик, счастья вам, удачи. Счастья, даже да. И детей побольше, семье. Детей побольше. Катюша и Вадим, поздравляю вас с созданием семьи. С вашей свадьбой. Желаем вам благополучной семьи, здоровья, чтобы у вас... Уважаемые Вадим и Катя, желаем вам счастья, любви, верности, всего самого лучшего, чтобы вы никогда не уставали друг от друга, жили полной жизнью. И чтобы когда-нибудь вы пригласили нас на свое 50-летие свадьбы. Спасибо вам большое. Дорогие Катюшка, моя дорогая, и Вадим, мы вас поздравляем с самым замечательным днем в вашей жизни. Желаем вам всего самого хорошего. Конечно, большой-большой огромной любви, взаимопонимания. Детишек вам побольше, мальчишек, девчонок. Будем, может быть, чем можем, поможем. Так что счастья вам, дорогие. Любите друг друга всю жизнь. Удачи вам и здоровья.
еще раз! Родители принимают новых членов в свою семью, все по-русски с хлебом с солью. Мама всю ночь пекла, старалась. Угощайтесь. У вас есть возможность последний раз в этой жизни нас кусайте, кусайте, хотите, давайте. Нет, давайте кусайте. Давайте, я держу. Ну кто больше, кто? Кто будет хозяин? Одинаково. Достаем, солим. А он тоже любит. Солим хорошенечко, но в последний раз. Далее жизнь друг друга нужно подготовить. Какие вы любите? Это с самого утра. Так, Катя, остальное в карман положи, дома приедешь. Отведайте заморского вина из рук папы. Да, молодожены. Да, повернитесь назад, запомните самое главное, где моя машина стоит. Давайте на счет три. Ребята, готовы? Раз, два, три. Поздравляем вас. Желаем счастья, всего хорошего, удачи, любви. Ну и всего, всего, что вы желаете. Спасибо. Остальное пожелаем за столом. Да. Родители, очень важные для нас два вопроса. Все ли родители благословляют вас? Да. Ты сейчас совет и любовь? Да, совет и любовь. Спасибо. Любите, уважайте друг друга. Мама, остальное за столом. С утра ничего не ели, притом со вчерашнего. Вы такие же полноценные хозяева стола, как и наши молодожены. На правах хозяев отпускаем вас первый в наш зал. Встречайте нас, помогайте нам пороться. По очереди. Ой, дорогие мои, как вам нравится. Спасибо. Настоящим протекло мужчина. Спасибо. Второй раз. Не вижу, свидетель забирает цветы у молодожены. Special for you. Сегодня здесь, в Московском мюзик-холле, прекрасная желанная пара молодых людей. Слово почетному тесту всей Руси. Вы сейчас не просто какой-то гражданский тесть, да, самый, что ни на есть, официальный. Сергей Венедиктович Яковлев, Россия, Москва, аплодисменты. Сергей, у вас миссия, как у Юрия Гагарина, который сказал одно волшебное слово. Поехали, да, такое началось. Дорогие дети, поздравляю вас с днем вашего сочетания. Желаю вам жить дружно, весело, чтобы у вас все было. Ну и в дальнейшем, я думаю, внуков подарить. А надо еще вина попробовать, Сергей Никитович. А все пробуем, друзья, выше бокалы. Не вижу ваш круг олимпийский. Все подняли. Папа пробует. А все пробуем, друзья. Как на вкус? Горьковато. Есть. Первый неофициальный рекорд семьи Поповой.
дорогие дети, поздравляем вас с днем свадьбы, желаем всего хорошего, здоровья, счастья, детей. Будьте счастливы. Спасибо. Выше бокалы, друзья. Все, не вижу ваших рук. Мама, пробую вино. Горько, горько. А горько, мама говорит. А что так тихо? Горько. Не слышу. Прекрасные молодые люди, приятные в общении и в обращении, но одно но у меня все-таки есть. Не научили целоваться-то. Не научили. Поэтому сейчас сами молодожены кричат это противное слово на букву Г. Мы поддерживаем, И тост за родителей. Поехали. Родителей, два коротких, один раскатистый. Гип, гип. Ура! 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 Еще будем репетировать. Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. И всегда друг другу любили, как сегодня. Спасибо. Там бабуля вино пробует теперь. Там вино будете? Вам здесь наливают ничего, нет? А все поднимаем бокалы, друзья. Все? Выше, выше. Горько! 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 Горько, горько! Добрая бабушка и только лишь добрая бабушка. Поздравляю вас с вашим днем свадьбы. Желаю вам здоровья, самое главное, успехов, любви, самое главное, жить долго-долго вместе. Ну чего, побольше детей. Троих минут. Да, троих минимум, вот родители хотят, говорят, побыстрее, а то как мучились с мучением. Так что всего вам хорошего. Мы вас поздравляем от своей семьи, всех. И вот от Светы, от Вячеслава Анатольевича. Он жалко, что не приехал, потому что, ну, постоянно здоровье. Так что поздравляем. И горько! Горько!
поаплодируйте, пожалуйста. Но три не может по приоре звучать в этой игре. Вместо три всегда аплодисменты, ура, браво, поздравляю. Давайте с вас начнем. Поздравляю. Это что сейчас было тут такое? Вы поняли? Да, поняли. Раз девочке нужно сказать, и мы пойдем. Один скажите, пожалуйста. Один. Два. Задумалась девушка. Поздравляю. Молодец. Четыре. Пять. Лодка. Поздравляю. Молодец. Семь. Восемь. Поздравляю. Десять. Десять. Мы дошли до десяти. Аплодисменты нам. Спасибо. Девочки вот так же собрались и в том же духе поехали дальше. Еще раз скажи. Десять. Одиннадцать. Горько. Тринадцать. Тринадцать. Как жалко, что вы наконец-то уходите. В числе 13 есть искомая цифра. Легко разделайте с конкурентами. Так, бежать. А? Ну тут все уже поняли, как играть на самом деле. Давайте еще раз. С единицы начнем, ладно? Один, два, горько, четыре, пять. Горько. Поздравляю! Семь, восемь. Поздравляю. Десять. Одиннадцать. Поздравляю. Горько. Выбыло, выбыло. Очень долго думаете? Пятнадцать. Поздравляю! Нет, у вас 16. Да, группа не пара, аплодисменты, вы та еще образ ветхали, Саша, ребята. Любите вы поспорить, да? 16 не делится на 3. Но в 13 есть цифра 3, правильно? Девчонки, любите поспорить, да? Ладно, давайте я вам что-то подарю, я смотрю, вы так расстроились. Давайте я вот так думал, что бы вам подарить. Да, у меня есть медаль. Медаль, одна из моих ненужных. Барабанная дробь, аплодисменты. Аплодисменты. Девочки, ну простая же игра. Да? Едем дальше. С 20 нормально? Поехали. 20. С днем свадьбы. 20. Горько. Поздравляю. 25. 26. 27. 27 делится на 3. Аплодисменты. Саша, для вас Тима Дискёва. Давай по свиданию, слушай. Легко разделаться с конкурентами. Это радует. С 20 нормально? Поехали. 20. Поздравляю. 22. Поздравляю. 24. 24 делится на 3, да. 24 делится. Вот любит девушка поспорить, да? Ну, смотрите, это очень просто проверяется. Там 2 и 4. Слаживайте. Отвратительная. Поаплодируйте, господа. Любят дамы поспорить-то, да? Заложено, да. Милые дамы, в этой игре главное дойти до 30. Дальше все просто. Все время поздравляю, 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 поздравляю. Но потом, как черный четверг для каждого мужчины, резко 40. Это дело надо не пропустить. С 20 нормально? Поехали. 20. Горько. 22. Поздравляю. Горько. 25. С днем свадьбы. Нет, 26 не делится на 3. Очень плохие новости. Поаплодируйте, друзья, да. Так, у вас было 26, но не делится на 3. Ну, ладно, мужчины за столом там объяснят. Все хорошо. Группа Стрелки у нас в гостях. Продолжаем. С чего начнем? С одного. С одного, ну поехали. Давайте тогда с десяти. С десяти поехали. Десять. Одиннадцать. Горько. Алина, давай, считай. Ну, я пытаюсь. Поздравляю. Четырнадцать. Поздравляю. Ой, блин. Шестнадцать. Семнадцать. Поздравляю. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать. Ну что, прощаем или отпускаем? Прощаем, остаетесь в игре, едем дальше. 22. 23. Да, как жалко, да. Но, увы, и ах, пытающий образ ветра сзади увидел. Группа Виагра у нас в гостях.
Собрались и поехали с 20. 20. Целуйте друг друга, детки. 22. Горько. Поздравляю. 25. 26. Жахните в десна. 28. 29. Горько. Поздравляю. Счастье. Любви. Детей. Денег. Любви. Обуви. Солнца. Здоровья. Долголетия. Нет, 40. Аплодисменты. Приготовились? Поехали. Простое стихотворение с детства. Руки то что трясутся? Ладно, я не заметил. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри... Рефлексы хорошие, да. В слове «внутри» есть искомая цифра, но не в чистом виде, надо в чистом. Да, а можно вот... Да, девушка, у нас снимается... Вот, да, поэтому давайте... Вот так, рядышком. Приготовились? Поехали. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри... Ну что, хорошая у вас рефлексия, но не... Я же сказал, слой внутри есть искомая цифра, но не в чистом виде. Надо в чистом. Собрались? Когда, да, цифру 3 вы услышали, раз. Да. Приготовились? Еще раз. Ну. Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри рыбешек много увидали. И не одну, а целых 3... Я еще ничего не сказал, вот вы уже... Я не сказал 3. Нет, я хотел сказать 13, но вы даже мне не дали. Приготовь. Стальные нервы у вас. Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. На старте лучше не хитри. Команду слушай. Ну куда вы, куда вы? Команду слушай. 1, 2, 8. Не перепячка, да? Да, вы дома так же еду готовите? Приготовились? Поехали. Когда стихи учить захочешь, их не учи до поздней ночи. А лучше утром повтори. Разок, другой, а может 13? В числе 13 есть искомая цифра, но не в чистом виде. До утра сейчас будем играть. Не, ну я сейчас прикалываюсь, а вдруг не пошучу. Правильно, руки держите наготове. Однажды ночью на вокзале мне 3 часа пришлось прождать. Да, вы были быстрее, аплодисменты. Аплодисменты, это вам. Ну как тут без подарка вас отпускать? Денег не даю, по платью вижу, все равно. Милые ребята, сегодня один из самых нежных, самых счастливых, самых ярких и радостных дней вашей жизни. Я вам желаю, чтобы вы по жизни сумели сохранить эти самые на сегодняшний момент яркие чувства. И шли по дороге жизни, крепко держась за руку друг друга и опираясь друг на друга в любой ситуации. И чтобы на протяжении, вот, когда пройдет много-много лет, и однажды вы посмотрите в глаза друг друга и скажете: «Я так счастлив» или «Я так счастлива, что каждый день я просыпалась рядом с собой». Что ты мне дарил столько, или ты мне дарила столько ярких, нежных, счастливых минут, и я благодарю тебя за это. Я вам желаю принести эти сильные эмоции, которые вы испытываете сегодня, через всю свою жизнь, и чтобы вы были самой счастливой семьей на всем белом свете. Я вам это желаю. И Горько! А сейчас Путин разрешил по бумажке говорить, как не нужно. Горько! 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 Горько!
каждый день любовь и счастье, и дети, и всего вам этого желаю. От всей нашей семьи. А это наш маленький капитал, ваш капитал. У нас, да? Мастер-класс давайте тоже хотим, минимум двоих. Горько! Горько! Это для вас! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Аплодисменты! Первая ступень отошла! Третья ступень дошла? Есть! Сидим, сейчас вся Москва смотрит на тебя. Четвертая ступень дошла? Да, что? Пошла или не пошла? Нет, ты ноги прямо поставь. Есть. С трудом, но... Ребят, но это еще не вся история. На самом деле конкурс посвящается всем любителям животных. Немножечко тишины, можно? Конкурс посвящается всем любителям животных. Все вспомнили восьминожку. Потихонечку перебираем ногами и пошли на меня. На меня. Вот. Давай, давай. Хорош, хорош, есть, восьминожка есть. Давай руку. На счет 3.15 все вместе встаем. 3.15, опа. Есть. Новая космическая команда. Это суперприз. Ребята, спасибо за игру, вы лучшие. Аплодисменты. Константин, крестный Екатерины. Дорогие ребята, поздравляем вас сегодня с таким замечательным днем. Посмотрите, какие вы счастливые, красивые, молодые. Запомните этот день на всю свою жизнь. И старайтесь эти чувства, которые вы испытываете сегодня, пронести по всей жизни. Храните свою семью, любите друг друга, уважайте. И тогда все у вас в этой жизни получится. Горы свернете и построите монолит. Счастья вам, здоровья на долгие-долгие годы большой-большой любви и маленьких-маленьких деток. Да! Отлично! Молодец! Мы вас очень любим и всегда вас поддержим. Ну, может быть, по традиции мы решили для вас тоже крикнуть горько. Ура! Мужчина, держи микрофон. Дорогие Катюшка и Вадим, уже много слов сегодня сказано в ваш адрес. Мы ко всем словам присоединяемся. Хотим еще пожелать вам всего самого-самого хорошего. Будьте счастливы, живите дружно, рожайте детишек и небольшой стишок. О, Господи, дай молодоженам при жизни рай, любящих детей, большого счастья, доброго здоровья, пускай везет на добрых вам друзей. Друг друга вы любовью согревайте, не растирайте чувств своих по мелочам и больше ребятишек нарожайте. Жизнь интересней будет с ними вам. Умейте уступать, прощать умейте, хранить тепло родного очага. И друг для друга жизни не жалейте, тогда минуют вас и сгоды, и беда. Мы все вас поздравляем. Катюш, мы еще добавим. Приезжайте в гости, не забывайте родственников. После прям свадебного путешествия уже можно. И еще я, Катя, бабушка Люба не может приехать, сама знаешь. Она вам прислала вот такую открыточку, материальную помощь дома получит, потому что, ну, не доверила она мне. Вот, так скажем. Родным и любимым, Катеньке и Вадиму, от бабушки Любы.
и поздравления прочитаете сами. Спасибо. Вас тоже поздравим, вашим сушком. Супругой стала ты теперь, но для меня всегда девчонка. Я поздравления шлю тебе, моя любимая сестренка. Весь жизнь прожить мне легкий труд, семья – ответственность большая. На взрослый ты вступаешь в путь, тебя я с этим поздравляю. Живите счастливо всегда, во всем друг другу помогая. Пусть обойдет ваш дом беда, законным браком, дорогая. И тебя возьму. А я все пары у нас. Мама! Давай еще раз. Да, молодой человек, вы так быстро выскочили на сцену и так же быстро уходите. Вы же знаете наши традиции. Да, да. У нас целых три пары, грех не воспользовался. Правильно? Сколько для семьи Лукьяновых? Трио. Сколько? 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 Ура! Сколько для вас? Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Новые рекордсмены из семьи Лукьяновых. Первое, что хотел бы сказать, это действительно вас поздравить. Вы действительно совершили тот шаг, который мы сегодня совершим только через год. Вот. Ребята, вы молодцы на самом деле. Вот, желаем вам счастья. А вот от нашей дружной всей семьи Девят и Марина желаем вам счастья, здоровья. На самом деле, чтобы быстрее внуков подарили. Как минимум, пятерых. Вот, соответственно. Хочу вам пожелать, чтобы счастье у вас было ровно столько, сколько вы живете. Вот. И оно вас никогда не покидало. Соответственно, денежный достаток у вас есть, у тебя муж банкир. Соответственно. Катя, ну, вчера был соль, на самом деле. Катя, Вадим, желаем вам от нашей дружной большой семьи счастья и всего самого лучшего. Спасибо. Мы любим! А это что, все посмотрели? Передаем микрофон девочке Берунге Сафету. Самое дружное организованное поздравление. Так, господа, можно вам бил микрофон? Молодец, парень, за всех кушал вас. Да, ребята, есть что добавить? Коротенько минут на 15. Проишься. Поздравляю вас. Я тоже счастлива. Поехали! Это для вас. Раз. Два. Где поддержка? Ты не слышишь? Горько! Я слышу вас. Горько! 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 Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Thank you.
сказать многое, но доверим на самые главные слова, чтобы сказала дочь. Здесь папе я очень хочу пожелать и шутку друг с другом вам не воевать, чтоб деньги мешком удавалось сгребать. И руку друг другу в беде подавать, чтоб в доме у вас счастье било ключом, а муж для жены был надежным плечом. Вам деток здоровых хочу пожелать, чтоб было того вам в груди прижимать. Семейного счастья, любви вам и ласки, как сделает жизнь вашу радостной сказкой. Молодец! Так что поздравляем! Все хорошо. Носим свою лепту. Отлично, спасибо за поздравление, друзья. В общем, Катя и Вадим, я вас хочу поздравить с этим днем, пожелать вам всего хорошего. А если честно говоря, я не умею говорить тосты, я всякую чушь наговорю кучу, и у меня получится фиг на мечок. Поэтому в этом конвертике, куда мы положили свой небольшой вкладик вам как-то, вашу ячейку, написано очень хорошие слова. Я вот сейчас зачитаю. Красивая, нежная пара, друг с другом вам так повезло. Живите в согласии, счастливы будете, храните любовь и тепло. Поздравляю вас, Горько! Ура! Работает. У мужчин или женщин? У женщин сразу без боя сдаются, видите? Естественно. Молодец, молодец. Мужчины тяжело сегодня придется чуть-чуть в эту сторону. Вы же одна команда, чтобы вы не подслушивали. Но, мужчины, не обольщайтесь. Вы, не сомневаюсь. Мужчины, мы все немножко дальтоники. Вы согласны или нет? Нет. Хорошо, вопрос специально для вас. Рубашка лилового цвета или фиолетового? Задумался парень, да? Смотря кому как нравится. Мне кажется, что лилового. Молодец. Девочки, ничего вы заулыбались? Смотрите, у вас не работает лево и право. Лево и право у вас не работает, правильно? Конечно. Одна уверенная дама, у вас работает или нет? Да. Я думаю, естественно скажет. Знаешь, смотри, очень простая игра, логически нелогичная игра. Два простых вопроса мужчинам, два простых вопроса дамам. И сейчас вы сами все, гости дорогие, увидите. Мужчины, начнем с вас. Очень простой вопрос. 5 яиц плюс 5 яиц. Сколько будет? 5 пар. Что за ребенька, да? 5 яиц плюс 5 яиц. Сколько? 10. Правильно. Десяток. Продолжите фразу. Шведский стол. Молодец. Девочки, играем с вами. Метод определения массы протона. Это формула нужна. Нет, на самом деле это простой вопрос. Там на глаз примерно смотришь, говоришь, и примерно сбывается. Девочки, играем дальше. Второй вопрос. Назовите мне второй псевдоним Шекспира. Мэтью. Гамлет, так. Шеллинг. Сколько версий, да, на самом деле не было у него второго псевдонима. Мужчины, играем с вами. Итак, сколько яиц в десятке? 10. Молодец! Крышка с четырьмя ножками чаще всего встречается на кухне. Обычно с ее едят. Что это? Стол. Молодец! Девочки, играем с вами. Наполеон – это коньяк или торт? Я! Это... Командир! Ну, все рассказали, только не то, что надо. Но это... Это коньяк или торт? Молодец. А кто он был по национальности? Вот если отгадаете, кто был Наполеон по национальности? Француз.
Ну, зачем вы слушаете? На самом деле, корсиканец. Не слушайте подсказки, и все будет хорошо. Девочки, машины будете? Нет? Есть права? Есть права? Есть? Отлично. Вопрос для вас. При повороте автомобиля налево какое колесо не вращается? Левое. Ну, вообще, на запасное. Какое правое? Запасное. Да. Очень плохо, мужчины. Играем с вами. Сколько минут варятся яйца? Чего? Сколько минут? Сколько минут варятся яйца? Бесконечность. 8. А вы сейчас про страусиные, да? Бесконечность. 8 минут. Сразу это холостяк, да, 8. На самом деле 3, мужчины, 3. Назовите мне правильный ответ. 2 в смятку, 3 в крутую. Профессионал, видите? Отлично, девочки, играем с вами. Что можно снять только с голой женщины? Подумайте. Совесть. Лень. И зачем вы так вот заставляете? Нельзя. Но на самом деле вы не правы, девочка. Можно снять только голову мужчину, а что можно снять с голой женщины? Ладно, собрались сейчас, девочка вам поможет. Кто в произведении «Герасим и Муму» не разговаривал? Герасим. Нет, правильный ответ – лодка. Лидеры мужчины играют с вами. Зимой и летом одним цветом. Лодка. Молодец. Сколько весит 1 килограмм железа? Килограмм. Молодец. Девочки играют с вами. Как называется картина Леонардо да Винчи и Мона Лиза? Лиза, блин, это Джоконда. О, наконец-то, Джоконда, абсолютно верно. Винни-Пух, это кабан или свинья? Свинья. На самом деле медведь. Как называют сотую часть метра? Сотую миллиметр. Сантиметр, сантиметр. Сантиметр. Сантиметр, абсолютно верно. Продолжите фразу. Тили-тили тесто. Жених и невеста. Молодец. Как называется детеныш носорога? Носорожечка. На самом деле так и называется, детеныш носорога. Кем по национальности был Д'Артаньян? Француз. Ну? Муж и идиот. Акопян, Мартиросян. Армянин. Как легко вас сбить с толку. Нет, на самом деле первый ответ был правильный. Итак, назовите фамилию. Александр Сергеевич? Пушкин. Молодец. Молодец. Владимир Владимирович? Путин. Вовремя мужчины переманили все игрока. Назовите мне отчество Иосифа Мандельштама. Сергеевич. Нет, правильный ответ Ильманович. Ладно, давайте с фамилиями. Дмитрий Анатольевич. Медведев. Павел Олегович. Мандельштам. Так меня еще ни разу никто не называл. Павел Олегович, это я же с самого начала представился. Павел Богема меня зовут. Все очень плохо. Какое число я загадал? 1. Правильно. Назовите мне правильный ответ. 1. Молодец. Какое число я загадал? Ильманович. Ну, сказал же 1. Или какой Ильманович? Назовите мне правильный ответ. 27. Ну, можно было сказать просто правильный ответ. Аплодисменты обеим командам. Мужчины, блестящая игра в эфире. Присаживайтесь. Милые дамы, вам подарки в студию за мучение. Аплодисменты обеим командам. Девочки, подойдите ко мне, пожалуйста. Сережа вас нравится? В день свадьбы хочется поздравить Давай. Серега, мы все с тобой. Сережка, давай. Не стесняйся. Серега, давай. Молодоженах от души. И пожелать вам столько счастья, сколько можно нести. Дорогие мои, чего вы? С этим знаменательным событием в вашей жизни. Микрофон держи, просто много хочется пожелать вам. Самое главное, это
бережно храните, цените эти чувства, которые испытываете друг друга сейчас. Пусть никакие трудности не помрачают вашу жизнь. Желаю вам в жизни большой романтики, ярких впечатлений. И быть другом. Другу, поддержка, опора и... Молодец! Короче, я вас поздравляю, желаю счастья, большое спасибо, я вас люблю очень сильно. Вот всегда, когда я подхожу, Марина начинает креативить. Здоровья тебе и вам, чтобы вы купили, жили дружно, счастливы и не ругались. Ура! Ну, любимчики мои, поздравляю вас, желаю счастья, любви, счастья, горько! Ура! Теперь даем дальше. Дорогие мои дети, поздравляем вас от нашей семьи, от семьи Поповых, от бабушки Егорчика Анны Семеновны. И хотим вложить ваш семейный бизнес в небольшую эндрозуму. Будьте счастливы, любите друг друга, уважайте, терпение вам. Ну и всех семейных благ. Спасибо. Ура. Спасибо. Семья Попова. О, мама с папой, отлично. Ребята, не все сразу, не все сразу. Помощники, пожалуйста. Ну и куда вы все рванули? Как я пойму, был повтор или нет? Вытягивайся в ту сторону. Подождите, стоп, игра, стоп, 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 стоп. Ребята, ну что такое? Зарядили они, пошли. А как молодожены будут судить вот эту игру? Вытягиваемся сюда, вытягиваемся. По одному человеку проходим. Там видеооператор в шоке, по-моему, стоит. Да, вытягиваемся. Видите, где молодые люди стоят? Протягиваемся, вытягиваемся. Пошла, поехали! Есть! Yes. Зачет! Следующий игрок. Здесь можно поаплодировать, друзья. Следующий игрок. Да, такого еще не было. Да, так здесь еще никто не ходил. Кристина не ожидал. Зачет. Поехали. Не могу понять, был повтор или не было. Зачет? Мама? Папа, мама ждет там, волнуется, переживает. Красноснамец, по-моему, пошел, да? Сразу видно. И вдогоночку. А я так ходил уже. Наконец-то с вами, мама. На гитаре играет, так, видно? Поехали. Лаврентий, тяжело, он сейчас придется. Поехали. А, можно было просто побежать, оказывается.
Поехали. Девочки, поехали. Тут главное, чтобы голова не закружилась. Парни, давайте. Вам знаком этот мужчина? Там познакомитесь, процесс ситуации. Поехали! Вам самое дорогое отдаем, что у нас есть. Да вы хоть поздоровайтесь с мужчиной. Поехали! По-моему, она вас боится, когда вы так. Вы всегда так знакомитесь, да? Группа не пара. Восточный танц. Ну хоть поздоровайся. Повезло вам. Поехали. По-моему, они знакомы, да? И снова группа не пара. Красная и черная. Сейчас брачный сезон, что ли? Нормально. Мужчина, еще следующее движение. Да, девочки, мы должны показать как можно больше народу, иначе не будет защита. Спасибо, Лаврентий. Девочки, пошли. Тут главное не упасть. Поехали. Спасибо, девочки, но Лаврентий показал нечто другое. Да, по-моему? Ладно, ладно. Будет зачет, если вы сейчас покажете нечто такое, чего мы точно не смотрел. Женское задание, поехали. Кто из вас показывает? Во-первых, нужно прийти. Давайте, подождите, юные люди, поехали. Давайте.
Вас, по-моему, с этим парнем вместе надо посадить. Секс явно будет, у кого-то нет, извините. Вы как-то друг друга без слов понимаете, да? А есть какое-то трезвое движение, которое мужчины могут повторить? Давайте, показывай. Мужчины, все внимание. Нормально. Это ладно. Мужчина, а все показывайте, что вы? Ладно, зачет. Вот еще два человека покажут, тоже зачет. Показывай. Причем здесь колени, а? Ладно, зачет, есть. Вот еще один мужчина показывает, будет засчитано. Смогешь так, нет? Смотрите на бис, давай тогда. По многочисленным просьбам. Не, ребята, репетировали, вот. Аплодисменты для этого парня. Подожди, сейчас. Поехали. Да, парень до этого на отбойном молотке работал. Есть, зачет. Девочки, следующее движение от вас. Показывай. Подождите, кто будет показывать? Кристина, вы? Мужчины, вернитесь в строй. Кристина, поехали. Ну дайте девочке выступить. Мужчины, поехали. Кристина, мы удовлетворили ваш запрос. А что нам здесь, до носков раздеться, что ли? Программа «Максимум». Программа «Максимум». Вы этого хотели, Кристина? Аплодисменты. Мужики, победите! Аплодисменты обеим командам, всем зажигалить. Дорогие Вадим и Катя, я читать так буду. В этот торжественный праздничный день вам пожелать очень много и нужно. Счастья, любви, понимания во всем. Жить хорошо, интересно и дружно. Чтобы у вас главным гостем всегда счастье семейное было. Советчиком вашим и спутником вашим пусть мудрость и верность будут всегда. Доверие и нежность, все чувства прекрасны, пусть не иссякнут у вас никогда. Горько! Ура, товарищи!
мы есть друг у друга. Спектакля отключить ваши сотовые телефоны. Большое спасибо, приятного вам вечера. Давным-давно, очень давным-давно, намного давнее, чем давным-давно, жил-был царь. И была у царя страсть. Любил он на ложках играть. Но не главное это, ведь была у царя дочь. И был у принцессы один недостаток. Смеялась она постоянно. Царь тоже смеялся. Но, конечно, не так часто, как принцесса. Не брал никто принцессу замуж. Решила она сама пойти в народ мужа себе искать. Хочу я замуж, замуж хочу, да ты не бойся, я все оплачу, надеть бы белое платье. 3 дня шла она лесом, и вдруг, откуда ни возьмись, 3 поросенка. Первого звали Глеб Михалыч. А второго, среднего, звали Абрам Иосифович. И третий женеманс посижу. И даже как-то неудобно говорить, был он. Голубая луна, голубая луна, голубая луна, голубая. Увидела принцесса поросят и захохотала. Но смех ее прервал рык звериный, и появился страшный и опасный серый волк. Но не растерялись поросята, набросились они на волка. Глеб Михайлович вцепился волку в лапу. Абрам Иосифович сделал мизинцевый захват волку. А женеманс посижу, даже как-то неудобно об этом говорить,
накинулся на волка сзади. Завалили они волка на землю русскую и били его 3 дня и 3 ночи. Проклятый волк! Жалко принцессе стало волка. Подняла она его с земли и поцеловала. И как сказал бы Женеман спасижу Лямура. И стали они жить дружно, взялись за руки и завели новогодний хоровод. Для артистов. Дорогие Вадим и Екатерина, поздравляем вас с началом вашей семьи. Желаем вам крепкой семьи, вечной любви. Берегите друг друга, поддерживайте друг друга во всем. Будьте счастливы. Спасибо. Горько! Я полностью присоединяюсь к словам Андрея. Хотелось добавить, подарите нам детишек как можно больше. Живите долго и счастливо. Мы вас очень любим. Горько! Блэк Богема. Аплодисменты. Не, друзья, если так будете аплодировать, он никогда не выйдет. Вы что? Thank you.
Return the sender.
Latino Caribbean.
Есть профессионал наш, Капай, давай. Задумался парень. Ну, поздравляю, сложно переплюнуть. Готовим тогда. Друзья, самый короткий тост. В честь семьи Поповых отдаю суперприз. Будем. Молодец. Знаешь, на украинском как будет? Будьмо. Будьмо. Я не знаю, кто такие, как Будьмо, но я за него больше пить не буду. Давайте, Кристина. Самый короткий, на ваш взгляд. Поповы! Поповы! Ну тут за оригинальность уже можно что-то дать. Кристина, задание какое было? Самый короткий тост. Лаврентий? Ну, за любовь. А, это ты растянул, слушай, на полчаса, давай. Гоу! Гоу! На иностранных языках, видишь, какой все владеет. Готов? Да. Да! Молодец, ты лидируешь. Ну, ребят, на самом деле, самый короткий только. Не коронный, а короткий. Самый короткий, да? Нужно. Смотри. Ну, я знаю еще короче. Ребята, в честь наступления семьи Поповых, самый короткий тост в мире. Хотите продемонстрировать? Только нужно поднять. Нужно поднять. Все, ребят, на сухую не работаем. Все подняли. Самый короткий тост в мире в честь наиспеченной семьи Поповых. Подняли? Выше вокала, друзья. Прикольно, нету слова натуры. Там тоже было клёво, но оказалось снова на выставке Серова. Кто главный экспонат? На испеченной семье Поповых должен быть мальчик, то нужно будет Дмитрию цигель-цигель-алю ручку позолотить. Если вы голосуете за девочку, то для этого у нас есть материальное интересное лицо, прекрасно очаровательная Кристина. Для вас, свидетели, это задание на скорость. Да. Как можно быстрее. Хорошо? Кристина, готовы? Да. Время пошло, цигель-цигель-алю, поехали! Объясните нам с папой, что чему.
Жениться не дай люблю. Ребята, работаем. Дорогие друзья, пора подводить неутешительные итоги. Таким образом, за девочку проголосовала сумма в... Пора подводить неутешительные итоги. 7300. 7300, аплодисменты. 7300 мы собрали за девочку. Да. Все денежки, все до копеечки. Ну что значит, что значит копейки? Здесь целых 100 рублей. Аплодисменты. Все денежки, все до копеечки, фонд молодой семьи. Можно туда запихать? Мы же не зря голосовали. Да. Я же специально. Да. Дорогие друзья, пора подводить неутешительные итоги. Таким образом, за мальчика проголосовала сумма в 10200. Победил пацан, друзья, пацан. Мужчины вместе со мной. Раз. Поехали! Стоп, стоп, игра! Есть победитель, аплодисменты! Аплодисменты! Да, девчонка, это вам! Есть, чистая победа, блестящая игра. Здесь главное, чтобы тело не промахнулся. Как зовут? Я не знаю! Маргарита, вам аплодирует вся Москва. Поаплодируйте, пожалуйста. Девочки, завидуйте молча. Да. Маргарита, поздравляем, блестящая победа. Встал на одну колено, сделал свое дело. Вадим, сейчас вся Москва смотрит на вас. Да. Аплодисменты. Я думаю, прикрыли глаза рукой, они все там. Вам еще надо, наверное, смотреть? Вот слушай, вот не мести себе, подойди поближе, а? Девушка, я бы на вашем месте так не рисковал сейчас. Можно юному другу прийти? Итак, милые дамы, вместе со мной. Раз. Два. Поехали! А кто быстро стал мечтать в вашей? Полная тишина в эфире, полная тишина в эфире. Да, брат, ты что там поймал, а? Вот, покажи. Ну, разве так выглядит подвязка? Я объясню. Вчера был мальчишник, мы гуляли, это мои. Да. Мужчины, на исходную, пожалуйста, на исходную. Вернись, пожалуйста. Покажи, они не знают просто, не замужем. Ребята. Поехали! Есть! Ну, слушай, блестящая победа, ты как готовился прям, а? Сзади выждал, а? Я знал, меня уже найдё, вроде один раз. Лаврите аплодисменты! Дамы и господа, special for you! Свадебный торт! Встречайте! Шедевр кулинарного искусства. Торт специально привезен из Филадельфии. Спецзаказ. Друзья мои, дискую, вас не отпустят. Берите реквизит и для начала покажите нам рабочего и колхозницу. Ребята, кто был на ВДНХ, подсказывайте. Ой, там сколько советчиков, а? Ночью тоже вы подсказывать будете? Похоже, нет? Сзади платье развивается, Екатерина. Развивается. Похоже, нет? Поаплодируйте, пожалуйста. А у нас что, объясняем, как из этого? Да, можно прибор? Режь, можешь такой? Чуть-чуть. Это ваш торт
Сердечко здесь быть не может, приступайте. Как повешено, так оно и будет защищено. Поаплодируйте, пожалуйста. Легко дело спорилось, не скоро ладилось. Слушай, а можно лот номер один убедить? А? Лот номер один. То есть один кусочек торта будет на тарелочке. Верки? Ну, конечно. Слушай, поаплодируйте, пожалуйста. Несчастный. Если у меня молодочек в руке, то с чем это связано? Кто на сайте был, кто знает. Да, правильно, торги, а по-русски если... Аукцион, абсолютно верно. Я объявляю начало торгов. В шуточной моей манере решили один кусочек торта продать. Продать? Но вы нас знаете, вы люди не жадные, поэтому торги начнем с какой суммы? 10 рублей? 10 рублей, там больше не надо. Сколько? 100 рублей, раз. 500 рублей, за автомобиль, раз. А есть трезвые, косарь, наконец-то, трезвые мужские разговоры. Сколько? Полторы, вот это ваш муж, наверное, да? Да, 1500 рублей, раз. Пока муж не понял, что происходит. 1500 рублей, сколько? 2000 рублей, раз. Это хорошие соседи, да? Дружные. 2000 рублей, раз. 200, возможно, я не знаю, поближе писать, 200 раз, 200, сколько? 3000 рублей раз, трезвые женские разговоры, да, через эфир, сколько? 3200 раз, 3202, 3200, а подождем, куда спешить, да? Да, есть еще игроки вообще в зале? Ну, пока 3200, пока 3200, кто скажет 3300, он в игре. 3200 или 3300? 3300, любит парень сам с собой торговаться. 3300 раз! 3302! 3300! А жена знает, что вы такой разночительный мужчина уже, нет? Да сладенького захотел, да, кусочек? Сколько? 3400 раз! 3400, не унимается, да? 3402! 3400, давай! 3500! 3,5 раз! 3,5, 2! 3,5! 3700! 3700 раз! 3700, ты скажи, хоть как тебя зовут, добрый человек, а? Роман! 3702! 3702,5! 3900 раз! Роман! 3902! 3900! 4000 рублей раз, Роман! 4000 рублей два! Вот сложно играть с таким человеком, да? Сам себя перебивает, торгует, нервничает. Давай, давай, за 5000 рублей, наконец-то, папа! Папа раз! Папа 5000 рублей два, извини, Роман! Папа 5000 рублей два с половиной! А подождем! 6! 5100! Спасибо, щедрая душа! 100 рублей добавил! 5100, Роман, раз. 5100, Роман, два. 5200, ну, неугомонный парень. 5200, раз. 5200, два. Папа. 6000 рублей. Наконец, трезвые мужские разговоры. 6000 рублей, Роман, раз. 6000 рублей, папа, извини. 6000 рублей, два с половиной. 6000 рублей.
Подожди, Роман, ну подожди сейчас. Так, мужчины скинутся, так, деньги есть у всех, просто все скромничают. Так, 6 тысяч рублей, Роман, 2,5! 6 тысяч рублей! А где свидетели? А свидетели, нужно подойти к Роману. Колунды повезли, кусочек кто-то ему отдай, денежки получи. 6 тысяч рублей, 2,5! 6 тысяч рублей, 2,75! 6 тысяч рублей, 3 на ниточке! 6 тысяч рублей, 3 продано! Продано, продано нашему дорогому любимому другу Роману! Не, Роман пока торт не видит, он деньги не отдает. Так, да, сами молодожены идут, и получают. Блестящая победа, Роман, спасибо за игру, вы настоящий игрок. Было легко и приятно с вами работать. Так, все, фонд молодой семьи, все до копеечки. Казна растет. Ребята, чисто в шуточной манере решили последний кусочек, еще один кусочек торта продать. Продать? Да, свеща. Есть игроки вообще в зале? Так, одну тарелку такую, одну такую. А свидетелей можно увидеть? Кристина, это вам. Кристина, это вам, держите, пожалуйста. Так, а где Дмитрий? Рыжий где? А деньги дают. Да, можно рыжему поаплодировать сейчас. Дмитрий! А где он? А где рыжего уволили, да? У нас есть одна вакансия, там вот мужчина светлый. И снова здравствуйте, раз, Константин, раз, Константин, два, Константин, и снова Александр Бегре, раз, Александр, два, и снова Константин, раз, Константин, два. Беги, там какая девушка красивая, вот чего по сторонам не смотрите. Девушка, как вас зовут? Ольга, раз, Ольга, два, Ольга, два с половиной, Ольга, два, и ничего не снова Константин, здравствуйте, раз, Константин, два, Константин, два с половиной, и снова как зовут молодого человека? Александр, раз, спасибо за игру, Александр, два, и три четверти. А как зовут, кто последний положил? И снова Константин, раз, Константин, два, беги, вон, видишь? Константин, два с половиной, Константин, два, и три четверти. Константин, слева показали кусочек. И снова Александр, здравствуйте, раз, Александр, два с половиной. А кто у вас самый последний, кто положил, как зовут? Татьяна. Татьяна, мы говорили, раз, Татьяна, два. Татьяна, два с половиной, а подождем. А в чем вы не проходите? Они же там скучают, же ждут. Нет, есть. Нет, ребята. А если для брата, по-моему, да? Вот раз. Брат, два. Брат, два с половиной. Брат, три на ниточке. Брат, Алексей. И здравствуйте, говорит новая девушка в эфире. Как зовут? Как Ольга? Ольга, раз. Ольга, два. Ольга, как ты все успеваешь на три стороны работать? Главное, не надо такие работать, кого как нужны. Ольга, два с половиной. Ольга, два. Причитайте, Ольга. Три на ниточке. А поисплены до Ольги. И Александр, вы выиграли, раз. Александр, два. Александр, Ольга, куда спешит? Александр, два с половиной. Александр, два. Где третьих? Александр, три на ниточке. Александр, аплодисмент. И мама вступает в игру. Так, смотрите. Ну что, три раз, мама два с половиной, мама два, две четверти, мама три на ниточке, мама! С мамой боятся связаться, видите, все, где подходимы? Мама, три на ниточке, а вот мужчина рядом с Татьяной, раз, Татьяна решила поделиться, два, Татьяна, Василий, где вы были все это время? Василий два с половиной, Василий два, две четверти, Василий, три на ниточке! А последнее, все понял? Понял. Ольга, раз. Ольга, два с половиной. Ольга, два, и четверти. Три на ниточке, Ольга. Три, продано, поздно. Аплодисменты прекрасной широкой девушки. Ольга, чистый момент, как его убили. Аплодисменты. Аплодисменты Лаврентию и Кристине. Блестящая работа в прямом эфире. Все денежки, все на копеечки уходят. Вот молодой семьи. Дорогие друзья, чуть-чуть тишины и внимания для семьи Поповых. Спасибо вам, родные, за ночи те бессонные весна, когда с любовью в сердце молодые уколыбели были в поздний час. Спасибо за заботу, любовь и понимание, что нам дарили в детстве и всегда. Быть мамой с папой — лучшая работа, что не надоедает никогда.
Спасибо вам за сына золотого, за мужа драгоценного, ведь нет на свете же надежного другого. Родили счастье для меня на свет. Спасибо за малышку земную, за добрую и нежную жену, внимательную и чуткую такую. Люблю ее, как любит мать весну. Спасибо за, что учили нас когда-то по жизни быть достойными людьми. Любовь в сердца, она всегда дороже злата, и распознать ее сумели мы. Ведь если бы не вы, то нам обоим не встретилось бы счастья на пути, а мы любовь свою удвоим, и в сердце счастье сможем все пути найти. Надеемся на ваше понимание, и внуками мы вас благодарим. Спасибо за заботу и внимание. Вас любим, ценим и в сердцах храним. Спасибо вам, родные. Выше бокалы, друзья. Самое главное, чтобы рука не дрогнула. Итак, почему мне муж начинает? А можно поаплодировать, друзья? Европейская свадебная забава и сочная церемония. Сейчас мы сделаем некий шедевр, позиционирующий нашу свадьбу. Пока вы не поаплодируете, там ничего не получится. Реквизит, который вы забираете с собой.
Отдай! 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 Отдай!
Теплее за стеклом, но злые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, о, белые розы. У всех на глазах я целовать и гладить готов. Хочу согреть теплом, о, белые розы. У всех на глазах я целовать и гладить готов. Окне. Yeah.